Всем привет! Сегодня у нас снова очередной обзор. На этот раз у нас будет на обзоре такая вот модель Adidas ZX Flux 2.0. Уже был обзор на Flux 2. Вот это модифицированная версия, опять же, более летний такой вариант. Здесь используется другой текстиль. Сейчас внешне покажу. И потом уже более подробно расскажу, что изменили в этой версии. Версия изначально, как уже говорил, модифицированная. Изначально от ZX8000, потом ZX Flux и ZX Flux 2.0. В этой версии идет верх из специального микропористого текстиля. Поближе покажу, будет видно. То есть вот такой вот текстиль с синтетическими вставками по бокам и со вставками нейлоновой сетки. Тонкая нейлоновая сетка для вентиляции. То есть эта модель больше всего подходит для лета. По текстилю в версии 2.0 был вот такой вот жаккардовый текстиль глянцевый. Я думаю, видно. То есть он для лета, ну, немного меньше подходит. Ну, тоже по бокам нейлоновая сетка, но вот этот текстиль более такой менее продуваемый. То есть есть еще вот такой вариант. Тоже здесь глянцевый текстиль идет. Вот этот здесь модифицировали и продувается получше. И сетка здесь более такая толстая стала. То есть в плане дырочек более такой широкие дырочки, чем вот здесь вот. Здесь такие мелкие, здесь вот такие. По весу очень легкие, в принципе, если сравнивать с серией ZX. Полиуретановый каркас в пятке стоит. То есть в предыдущей вот эта версия Flux первая. Видите, его убрали туда вовнутрь. Здесь тут мягко, а вот здесь каркас идет. А здесь внутри каркас идет уже. То есть вот это первая версия, вот это вторая. Думаю, видно, да, в чем отличие. Подошва полностью один в один, как и во всех версиях. В принципе, здесь все как обычно. Система стабилизации средней части стопы. Торшн. Износостойкая резина, дополнительный амортизатор, язычок здесь мягкий. Так вот все выглядит. Стелька, в принципе, можно так вот вытащить, посмотреть. Амортизационная стелька, плотная такая. Внутри идет небольшой подклад еще под этим материалом. В принципе, ну, на температуру где-то от плюс 5 до плюс 20, ну, может быть, чуть-чуть побольше еще. В принципе, такое сочетание цветов прикольное. Пятка плотная, здесь все мягко. Более мягко даже, чем на первой версии. Здесь получше сделали. Видно, что что-то хоть сделали, модифицировали. Шнурки хорошие, не развязываются нормально, в принципе. Держит бантик.
В принципе, вот такая вот модель по деньгам стоит примерно 4990, там плюс-минус. У меня такие стоят 2500, 2600. В зависимости от сезона. На этом обзор закончу. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.